Цикламедуза – один из самых многочисленных организмов во всех известных венских отложениях. Его отпечатки представляют из себя дисковидную структуру. Цикламедуза – это вымершая рота диакарской биоты. Представляла собой округлое тело с округлым центральным утолщением и пятью концентрическими гребнями или дисками, роста вокруг нее. Большинство особей малого размера, хотя известны находки до 20 см в диаметре. Концентрическое образование не всегда точно круглое, особенно когда соседние особи мешают нормальному росту. Заметны радиальные линии, выходящие из центрального утолщения за пределы внешних дисков. Цикламедузы были широко распространены в Эдиакаре, где описано несколько видов этих животных. Самые ранние находки сделаны в майянских отложениях, это ранее неопротерозой Сибири, от 1100 до 850 миллионов лет назад. Первоначально считалось, что организм представляет собой некоторое подобие обычной медузы, однако на некоторых образцах заметны отклонения от правильной формы, вызванные соседством других особей, свидетельствующие, что цикламедузы были бентосными животными. Отпечатки не обнаруживают мускулатуры, подобной мускулатуре современных медуз. На некоторых отпечатках заметна прикрепляющая часть, характерная для стеблевых организмов, подобных морским перьям. Существует предположение, что цикламедузы представляли собой колонии микроорганизмов. Гражданкин сравнивал концентрические и радиальные структуры цикламедуз с аналогичными образованиями современных бактериальных колоний. Эволюционные предшественники цикламедуз неизвестны. На экземплярах хорошей сохранности видны некие концентрические кольцевидные структуры, а также радиальные тяжи, которые могут быть следами радиальных каналов, характерных для цикламедуз, или некоторых скелетных элементов. Цикламедузу долгое время считали именно медузой, то есть свободно плавающей формы кишечно-полостного. В таком случае загадочное массовое сохранение в донном осадке животных, обитающих в толще воды. Исследователи предположили, что цикламедузы – это сидячие организмы, полипы, схожие с актиниями. Исследования строения полипов восьмилучевых кораллов, а также форм типа хорниодиска, позволяют предположить, что цикламедузы на самом деле дисковидные подошвы таких колоний. Массовость их захоронения в таком случае объясняется тем, что они при жизни оказались в донном осадке. Цикламедуз ассоциируют с кишечно-полостными, но это утверждение нельзя считать окончательным.